Привет, друзья! Это Лена, и добро пожаловать снова на мой канал. И у нас с вами, вы уже поняли, мы в том расположении, где есть некоторое пространство. Я в черной майке и трениках. Это значит, что мы будем снимать очередное видео с покупками по ссылкам. Вы также могли это узнать из названия этого видео. Да. Итак, мне пришел очередной заказ с Wildberries. Я просто не могу перестать покупать там вещи. Сейчас мы посмотрим, что мне пришло. Тут было в основном вещи из Бифри, на этот раз я взяла несколько вещей из Бифри. В тот раз у нас было много твое, теперь Бифри. И первое, что я вижу, это вот такая майка, размер XS. Мне понравился цвет. Окей, сразу скажу, есть две такие майки. Одна такая вот лимонного цвета, другая светло-розовая. Обе размера XS, обе на распродаже стоили 234 рубля. Так, давайте начнем, наверное, вот со светло-розовой. Я продолжаю тему того, что я заказываю себе одежду более светлых оттенков, чем я ношу обычно. Более светлых и более цветных. Я имею в виду черную майку просто на случай, если оно более прозрачное, чем мне хотелось бы. Вот, и вот она. Да, она на самом деле довольно прозрачная. То есть, ну, то есть такая, как бы, ее нужно будет носить с бельем, но я имею в виду окей. Цвет очень светлый. Я, честно говоря, думала, что он будет немножко более насыщенный, но как бы... Не, ну в целом нормально. Она приятная, тянется. Такая довольно приятная кожа. Ну, как бы вполне себе ничего. Вы вообще видите интересное лицо? Я сегодня снимаю без линз. Вот, в общем, вот она. Мы продолжаем тематику того, что я заказываю одинаковые вещи разных цветов. Так, сейчас померим желтую майку. Оно не очень прозрачное, но, конечно, все равно оно такое тоненькое, что... Ну, как бы, я знаю, что люди носят по-разному. Мне будет комфортнее что-нибудь под нее пододеть, вот. Но тут, как бы, на ваше усмотрение, насколько вам комфортно. Вот, этот цвет мне нравится. У меня, по-моему, ничего нет вот такого оттенка. Он классный, особенно на лето, с более смуглой кожей. Мне кажется, прямо в самый раз. Вот она у нас на спинке. Так, наша следующая вещь – это футболка из магазина «Твое». Мне она очень понравилась, мне понравилась идея, то есть светло-розовый цвет, вот эта красная отделка. Оно такое в стиле конца 60-х, 70-х годов, что мне показалось очень симпатично. Мне понравилась фразочка здесь «Don't just think about it, do it». Единственное, это размер XS, и она, ну, как бы, я бы хотела, чтобы она была больше в облипку. Я думала, что она будет немножко, ну, как бы, я не знаю, ну, как-то так вот, например, сидеть. Вот, она немножко более свободная, при том, что в руках, в рукавах она мне вот в облипку, то есть, ну, вот, вот здесь, вот в рукавах, как бы, она не свободная, а здесь более свободная, чем мне хотелось бы. Но я имею в виду, как бы, окей, окей, зато мне нравится цвет. Вот, ну да, в основном она на спинке сидит хорошо, везде сидит хорошо. Материал приятный, довольно мягкий. И она стоила 190 рублей, что как бы вообще классно, супер. Мне нравится принт, он такой типа... Почему каждый раз, когда я как-то ассоциирую что-то с 70-ми, я начинаю петь «Манго Джерри»? Возможно, потому что я не знаю больше никакой музыки с 70-х. Мне она нравится, особенно учитывая, что она стоила 190 рублей, после этого она мне нравится еще больше. Приятная, классная такая на повседневной основе. Возможно, например, с джинсами с клешами. У меня, кстати, нет ни одних джинсов клеш сейчас, что просто кто я вообще. Нужно их, кстати, заказать. А следующее, это, к слову, про рискнем, я решила заказать платье. Оно, это тоже Бифри, оно ярко-розовое. И я, честно, не хотела заказывать платье, потому что это некоторый риск в плане того, как оно сядет, но я подумала, окей, живем один раз, и в самоизоляции еще непонятно сколько. Поэтому, в общем, я решила заказать его. Расцветка мне уже нравится, оттенок мне нравится, я люблю такой ярко-розовый. Сейчас давайте померим, посмотрим, как оно. Как всегда, одежда, которая приходит, очень нуждается в глажке. Тут есть карманы! В платье есть карман! Ого! Это уже
плюс 100-500 к карме этого платья. Платье, как бы, ничто не делает платье лучше, чем то, что в нем есть карманы. Поэтому, так, оно мне уже нравится. Сейчас я вам покажу длину. Вот, в общем, оно примерно по колено. Оно очень широкое и свободное, что я обычно не люблю. Я его буду носить с поясом, потому что, ну, иначе оно просто какое-то безразмерное. Что, как бы, окей, если то, что вы любите, но это не совсем то, что люблю я. Я люблю, чтобы оно было приталенное, чтобы оно показывало, что, как бы, йоу, есть талия. В остальном, в принципе, неплохая ткань. Расцветка. Ну, как бы, все вполне ничего. Оно на распродаже стоило 390, мне кажется, рублей. Да, 394. За такие деньги вполне нормальное платье. Ну, вот там, я не знаю, без претензий. Мне нравится оттенок. Мне нравится вот такая фуксия, более холодная, насыщенная. И принт не выглядит... Ну, то есть мне нравится, как смотрится принт, потому что иногда вот, особенно цветочные принты, особенно какие-то вот яркие, вы их заказываете, и они в жизни смотрятся прям как бы... Вот, но этот мне нравится, как смотрится, поэтому я довольна. Ну, и, ну, то есть оно должно быть большое. Оно большое, оно как бы по задумке большое. То есть это XS. Вот в плечах оно мне вот только-только. А здесь оно просто как бы такое свободное. Да, я думаю, что оно мне нравится на себе. Этот оттенок также мне на себе вполне нравится. Вот рука, ну как бы все вполне норм. Летняя приятная расцветка. Вот, а следующее платье, это тоже Be Free, и оно стоило где-то 190 рублей, что я обещала в этом году этого не делать, но, честно говоря, я взяла его просто потому, что оно было такое дешевое. Мне понравилась расцветка, оно как бы очень базовое в плане фасона, и оно было настолько дешевое, что я подумала, если что, как бы я ничего не теряю. Оно плотнее, чем я думала. Я думала, что оно будет совсем легенькое, но довольно, не знаю, сколько вы это видите, немножко более плотное. Цвет, я думала, что он будет немножко более такой неоновый, но в принципе этот тоже неплохой. Опять же, XS у меня, вот, длина должна быть не слишком короткая. Ну, в плане качества, как бы я сказала бы, что особо без претензий, но все швы ровные, как бы нигде нитки не торчат. Так, ну что, давайте сейчас будем мерить его. Так, ну что, вот наше финальное платье, оно очень в облипку. То есть вот это XS, который как раз XS. Оно облегает все, что только может облегать. И цвет мне нравится больше, чем я ожидала. Он необычный. А, скажем так, это, наверное, не то, что я бы взяла для примерки в магазине, чтобы там попробовать примерить. Но вообще мне оно вполне нравится. Не самая моя любимая вещь из всего, что я когда-либо заказывала, но вполне ничего, да. Ну, как бы так, выйти из зоны комфорта. В плане длины мне нравится, что оно... Сейчас покажу. Вот как бы чуть выше колен. То есть, ну, при ходьбе оно, наверное, будет немножко задираться, но не сильно. Что хорошо. Я люблю как раз такую длину, она вот для меня максимально комфортная, потому что, ну, выше немножко как бы такое, вот, а ниже немножко низковато. Оно как бы подчеркивает все, что есть. Ну, нужно будет как бы... Ну, кстати. Может быть, его можно как-нибудь так... Нет. Окей, я попробовала и нет. Нужно будет подумать, с чем его можно носить. Может, с каким-нибудь там черным пиджаком. Ну, или само по себе. Потому что, как бы, why not? Я подхожу поближе, чтобы посмотреть, как цвет смотрится с лица, ну, как бы, с моим цветотипом. Необычно. Окей. Что я могу сказать? Оно теплое. То есть я его надела, вот сколько я в нем? Минуту-две, и мне в нем уже так довольно жарковато. То есть я не знаю, ну, на лето оно явно слишком теплое. То есть, может быть, например, на осень, там, с каким-нибудь легким тренчем поверх него, как-нибудь в таком формате я смогу его носить. Ну, как бы, по крайней мере, оно необычное, и да, у меня нет ничего похожего, что... Окей, оно стоило 190 рублей. Что-нибудь придумаю. Ну, как бы, если нет, я буду носить его дома. Я как бы по дому тоже зачастую, особенно вечером, когда вот там муж заканчивает работать, я хожу в платьях, поэтому как бы, если что, я буду носить его дома. За такие деньги вообще без претензий. Ну, и возможно, все-таки я смогу как-нибудь придумать, как его носить вне дома. Куда-нибудь, как-нибудь.
Я подумаю. Нет, оно в принципе неплохое. То есть из всего, что я мерила, это, наверное, самая сомнительная для меня вещь. Но, тем не менее, оно мне скорее нравится, чем не нравится. Вот что я пытаюсь сказать. Окей. Ну и как бы вещь такого гардероба... Вещь такого цвета, почему бы и нет, интересно добавить ее в гардероб просто в качестве разнообразия. Окей. А, так. Мне, кстати, вот на днях должны привезти еще пару вещичек из манго, которые я заказывала на Wildberries, поэтому у нас в любом случае будет еще одно такое видео. Я, наверное, закажу еще что-нибудь, чтобы у нас было как бы полноценное видео там с несколькими покупками. Я надеюсь, что вам понравилось. Если да, то ставьте палец вверх. Мне нравится для вас снимать покупки с одеждой вот в таком формате. В целом, я сейчас, конечно, подсела на онлайн-шоппинг, потому что самоизоляция, и хочется себя хоть как-то развлечь. И в этом плане мне нравятся вот такие бюджетные марки, просто потому что вы можете купить много всего, но при этом, ну, потратить не слишком много. То есть я бы, возможно, купила что-нибудь более-менее бюджетное, но, возможно, я закажу. Ну, просто как бы без примерки, то, что вот вы покупаете, оно приезжает, и как бы вау-сюрприз. Я, конечно, предпочитаю покупать что-то более бюджетное. В этом плане вот там твое, Бифри, это идеальные марки для меня, там 200-500 рублей, как бы, отлично. То есть это какие-то вещи, которые даже если я не смогу придумать, как носить вне дома, я знаю, что я их смогу носить дома, и, ну, и окей. Вот, в общем, я довольна всем, что мне пришло. Это очень необычные вещи для меня. И вот я сейчас смотрю на вот эту вот кучку, которая сейчас лежит на кровати рядом со мной. Это необычные вещи для меня, и я как бы... Они не черные. Лена, молодец, они не черные, они не мрачные. Хорошо, как бы выходим из зоны комфорта. Теперь главное начать это все носить. В общем, друзья, спасибо большое за просмотр. У меня на губах, в случае, если вам интересно, блеск лимони, оттенок 117. Такой миленький светло-розовый блеск. Спасибо большое за просмотр. И да, хорошего дня, прекрасного настроения и пока-пока.